конечно, невероятные у меня эмоции, потому что я первый раз выигрываю кубок. Правда, в прошлом году мы выиграли 3-е место с Краснодаром, но это не так было весело, как сейчас. Прям вообще эмоции переполняют меня. Вспоминаю сегодняшний матч. Очень уверенная первая партия, очень уверенная третья. За счет чего вообще вот получилось так настроиться, так выйти сейчас? Ну, мы очень серьезно готовились к команде, разбирали противника тщательно. Вот. Как бы, мне кажется, мы задавили подачей, но атакой, блоком всем задавили. Просто по всем компонентам. Да, 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 да. Вторая партия получилась самой трудной, игра на балансе. Что-то там пошло не так? Я думаю, потому что первая партия очень легко прошла. Вторую, мне кажется, мы немножечко подрасслабились, но все равно потерпели и не дали противнику выиграть этот сет. Ну и настолько хорошо потерпели, что 9-0 в начале третьего сета. Ну это вот хорошо же. Я поэтому спрашиваю, что так хорошо. Ну, за счет тактики, за счет подачи мы выбивали, ну, девочки там не принимали, доводки не было, и из-за этого шок мы как бы выиграли, ну, как бы блокировали вот это все. Еще, насколько я помню, это была ваша подача, когда да, да, моя. Когда на 9-ю выходили, да. С какими мыслями, сколько там, 25-0 стоит? Главное продержаться, главное без ошибок, сильную подачу подать. Спасибо большое, еще раз победа. Спасибо большое, спасибо.